Мне интересно, каких актеров вот вы любите, когда вы делаете режиссерский выбор, на что в первую очередь вы обращаете внимание? Какие актеры вам нужны? Ну, это очень... Это индивидуально? Ну, конечно, абсолютно. Ну, так невозможно сказать. Может быть, актер, который тебе нужен на 20 секунд, даже, а может, тебе просто лицо нужно было. Пьяницу возьмете на работу? Ну, если я буду понимать, что тот период съемок, который мне необходим, я обойдусь без того, чтобы его вынимать из вытрезвителей, то возьму. А так вообще нет. Негодяя возьмете? Ну, мерзкий человек, противен вам, антипатичен. А вот надо, чтобы он сыграл. Вот хорошо ложится. Ну, возьму. Возьмете? Возьму. Ну, и общаться не будем, но то, что надо, он сделает.